Добрый день! Я Кристина Ковалева, участница бьюти-проекта «Мисс Куряночка 2017». Любимые молочные продукты «Куряночка» ежедневно на моем столе. Они роднее и вкуснее. Попробуйте и вы. «Куряночка» – цените родное. И сейчас вам расскажу о погоде на 26 апреля. В среду в Курской области ожидается преимущественно ясная погода. Осадков не предвещают. В ночные часы плюс 6, плюс 7, в дневное время 15-16 градусов тепла. Ветер будет дуть с юго-востока, и скорость его составит 5-7 метров в секунду. И у меня пока все. Хорошего вам настроения!